Ну, а также напомню, чтобы получить любую ачивку в Террарии, нужно, конечно, поставить большой пальчик вверх под эти видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик, если уже подписались, написать комментарий, позвать друзей и зашерить видео в социальных сетях. Ну, а также продать почку херабрину. Первое, что нам нужно сделать для этой ачивки, обзавестись кошмарной киркой или киркой, которая несет смерть. Deathbringer. Также можно обзавестись, если хотите, можете обзавестись просто большим количеством динамита, TNT, все что угодно взрывается, тоже пойдет для этого варианта. Но это не обязательно, но сократит очень сильно время для получения ачивки. Ну а теперь просто копайте вниз, ответственно до самого низа, пока не достигнешь нижнего мира. Дальше в нижнем мире очень желательно, опять-таки, найти себе заброшенный дом, но это не обязательно. И копать вниз. О, все, добрались до нижней точки, копаем. Уии! Все, мы докопались до нижнего, до самого низа мира, получили Rock Bottom ачивку, там каменное дно, оно называется, по-моему, на русском языке. Опять-таки, правильное название будет в заголовке видео. Куча других ачивок вы можете найти на канале, как их получить и так далее. Вы за просмотр, за подписку, лайки, не забывайте подписываться на канал, позвать друзей и нажать на колокольчик, если здесь впервые. Если все время лететь налево, то можно попасть в замечательный магазин аккаунт и включить geronshop.ru, в котором есть дешевые тираи, Майнкрафт и сотни стимовских игр дешевле, чем в Стиме. Все ссылки в описании, жду вас там, до встречи.